Хотела оказаться в городе Петербурге на День города, потому что там большое количество людей, устраивают очень красивый праздник, фейерверк, большие гуляния. Я вообще люблю большие скопления народа и гуляния до утра. Я думаю, нигде, в Орле. Где бы я хотела быть? В Киеве, потому что я украинка, и мне нравится Киев, нравятся все, какие там проходят праздники. Где-нибудь в Австралии. Вот только так серьезно. Чисто, хорошо все, никакого не криминала, а тут боишься, как бы тебе по башке еще не ударили. Честное слово, да. В Питере или в Москве? Или в Москве? Мне кажется, организация лучше. В Севастополе, потому что мы очень любим этот город. И у них замечательно организованы праздники именно города. Мне кажется, в Питер можно съездить на День города. Прямо сейчас супер. Там все-таки фонтаны, белые ночи и все такое. Я бы выбрала Нью-Йорк. Но это просто моя мечта. Даже не знаю, почему люблю Америку. Насыщенный город. Люди, машины, пыль. Наверное, в Ленинград бы я поехала. Потому что там исторические здания, там красота. И я думаю, что все-таки Ленинград – это музей под открытым небом. В Орле вчера неплохо было. Все как бы цивильно, скажем так. Ну, и мне понравилось, потому что не так, как раньше было. Бутылки кругом эти, дымится все, коптится, жарит, парит, пьяные валяются. Как бы все было пристойно. Я считаю, что так и должно быть.